Доброго вечера, мы из Украины. Друзья, если вы столкнулись с такой проблемой, что вы хотите купить приставку, допустим, такую как HD 96 Max, или у вас появился выбор между этой и версией такой же HD 96 Max, только H616. В чем разница? Давайте разберемся, какую стоит брать. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Друзья, смотрите, я взял обычный средний сегмент того, чтобы использовать просто для каких-то повседневных задач, YouTube, фильмы, там просто серфить в интернете, не играть и как бы не рассматриваем другие варианты. Будут вариант средний, и я столкнулся с тем, что я хочу приобрести такую приставку, и вот у меня есть выбор HD 96 Max и HD 96 Max A616. Разница в двух процессорах. То есть первый, он там на гривен 100-200 дешевле от того, что дороже. Там будет чип у нас Mali 450, там у нас G31. В чем между ними разница и какой лучше брать? Обратил внимание, есть H96 Max 4.32 у нас 4470 гривен. И еще одна есть H96 Max A616. В чем разница? Я посмотрел, полазил, там разница в процессоре. То есть здесь цена 1490 у нас имеет то, что там чип у нас Mali G31. А здесь цена, которая 1470, здесь у нас чип Mali 450. То есть, какая между ними разница и что лучше выбрать? В принципе, вся остальная техническая составляющая то же самое описывает, что по одной, что по другой приставке. Давайте же разберемся. Один пример. Как мы видим, у нас есть левая колоночка. Это по процессору Mali 450 и ARM Mali G31. Все, я перевел сразу на русский, чтобы вопросов не было. То есть, рынок основной это у нас рабочий стол и телевизионная коробка. Все. Дата выхода. То есть, как видим, что Mali 31 у нас за 18-й год. Номер модели у нас, вот это все указано. Опять же, это же чип, архитектура. Тут Bifrost, Utgard. Здесь поколение у нас, получается, первое. Здесь плюсы пока идут за Mali 31, но рано не радоваться. Здесь у нас показатели одинаковая литография. ИГП у нас присутствует. Здесь у нас якобы 650 МГц плюс, но здесь вот есть расширение. По левой части видим, что Mali 450 у нас ведет, а в G31 этого нет. Вот использование подразделения 2.32, все тоже кэш памяти. Попрошу заметить то, что у нас опять G31 проигрывает в два раза то, что у нас 450 ведет. И точно так же пиксельное заполнение. Здесь есть больше, чем у Mali G31. Ну и производительность P32 у нас 23,8 гигафлопс. То, что у нас 28 против этого. То есть, что мы здесь видим? Мы видим, что по факту, по результату, несмотря на то, что это чип 2012 года, ARM Mali 450 будет намного производительнее и лучше для вашей приставки, если вы задумались о покупке, как я, к примеру. Вот и ответ между этими двумя приставками. Как вот сами друзья видели, то есть 2012 год намного производительнее и лучше будет в работе, чем то, что у нас за 2018 год, по сути. Выбор очевиден, я буду брать то предыдущий вариант, там за 1470 обойдется мне 4 гига оперативки и 32 своей памяти. Поэтому этого будет более чем достаточно для того, чтобы серфить в интернете и как бы для повседневных задач будет за глаза. Если вам понравилось видео, оставьте позитивный комментарий, поделитесь этим видео с вашими близкими, друзьями, знакомыми. Если вы так не считаете, то, что я там довел какое-то свое мнение, также напишите в комментариях, мы с вами подискутируем по этому поводу, и, может быть, я приму ваше мнение. Также обратите внимание на полезные ссылки в описании под видео, закрепленном комментарии. Подпишитесь на мой YouTube-канал второй Just Run, также он там есть. Будет очень приятно с вашей стороны. Дальше больше, скоро увидимся.